заедите меня. Да что же такое дело? Прекратите. Поехали. Только, Даня, что-то вы прям поздно мне дали эту смс-ку-то. Я ее пока прочитал. А мы на углу ищем, там на повороте тебя. Да я только выехал, я-то туда. Думаю, Инна, хорошо. А женщины езжайте прямо, там водишь. Все правильно. Вы знаете, как Бог убрал. Сегодня должен ехать в Ленинске по поводу документов в храм. Позвоню с обеда, не звонит. Значит так, Бог угодно. Потом мы расскажем, что это. Давай, бегите. Пойдемте ко мне. А вы за нами ехали. Дайте поприветствовать братьев. Спасибо, Господи. Вот Володя, я знаю, Пащенко. Да. Господи, братец. Давайте, садитесь. Поехали. А вон мне. Глянь, ну, вы ко мне придете. Ты не там собака, осторожно. Тихо, серьезно. Ну, я не буду трогать. А с вашей собакой, чтобы не снять. Да у нас тут нету. Тут собаки нету. Пойдемте. Ну ладно. А ехать там 300 метров. Ладно. Чай разберу.